Родит сегодня в Британии ажиотаж вокруг родов Меган Маркл. СМИ В Британии образовался ажиотаж вокруг предстоящих родов герцогини Сосикской, супруги принца Гарри и Меган Маркл. Так, Поклонники пары ожидают появления на свет малыша и запустили в сети флешмоб под хэштегом решетка бабы Сусекс. Также в британских таблоидах появилась информация о том, что по ряду фактов Меган должна родить во вторник, 30 апреля. Об этом пишет Даила Стар. Несмотря на то, что официальных новостей из Букингемского дворца пока не поступало. СМИ утверждают, что в лондонском предместе Чезуки были замечены служебные автомобили медперсонала королевской семьи и дипломатов, что может быть признаком того, что роды уже начались. Более того, верным признаком также считается и то, что накануне королева Елизавета посетила дом замок Гарри Миган Виндзоре. Якобы она пожелала лично увидеть Маркл до того, как она родит, пишет Исунь. Все эти же пользователи массово высказывают свои предположения о том, что Маркл родит в последний день апреля. Как сообщал обозреватель, Миган Маркл и принц Гарри приняли решение не разглашать планы относительно рождения ребенка. В частности, пара заявила что собирается отметить рождение первенца приватно и не позировать на ступеньках роддома с младенцем на руках, как это делали принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Ожидается, что только через несколько дней, вероятно, пригласят представители прессы, чтобы поделиться новостями. Также в СМИ сообщали о том, что малыш якобы уже родился а новоиспеченные родители скрывают это. Так, британские таблоиды обнародовали подборку фактов, которые, по их мнению, указывают на то, что Меган и Гарри уже стали родителями. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного.